Впервые в реки Великоустюгского района выпустили более 140 тысяч мальков стерлиди. В Коромыслово и Устье-Алексеево накануне провели выпуск сегалеток осетровых. По словам специалистов, кормовая база северных рек, в том числе Сухан и Юга, вполне подходит и достаточно для того, чтобы царская рыба прижилась. К сожалению, до половозрелого возраста доживают лишь 5-6% выпущенных накануне мальков, пояснили научные работники. Для того, чтобы получить стабильную потом популяцию, которая должна сама потом воспроизводиться, нужно вселять такое количество в течение минимум 10 лет. Мальки осетровой породы выращены в Кадуе. Поставщиком выступила рыботоварная фирма «Диана», крупнейшее в России аквакультурное осетроводческое предприятие. Уже больше 20 лет специалисты занимаются выращиванием рыб осетровых пород. Главной задачей предприятия является сохранение генофонда редких и исчезающих рыб, в том числе и осетровых. По словам главы района Александра Кузьмина, в начале 2000-х именно из Суханы стерлядь была изъята и увезена в рыбохозяйство, где и началась работа по выращиванию и воспроизводству осетровых пород. Получается, что предки этих мальков, которые сегодня мы выпускаем 140 тысяч первый раз в Великоустюгском районе, это 90 тысяч в Коромыслово и 50 тысяч в Алексеево, в реку Юг, они вернулись обратно в свою обитель. И уверен, что действительно это сегодняшнее мероприятие, оно послужит восстановлению того количества рыбы, потому что у нас каждым годом все меньше и меньше рыбы, стерлядь, это королевская рыба, и мы пополним баланс. Объемы выпускаемой рыбы рассчитывают научные сотрудники. В первую очередь учитывается, какое количество мальков сможет вырастить кормовая база реки или водоема. В этом году, поясняют специалисты, уже исчерпаны лимиты выпуска в Сухану. Река Юг – одна из отдаленных водных артерий области, куда высадили мальков царской рыбы. Чтобы особи стерляди не погибли по пути из Кадуя, транспортируют мальков в специальной машине. Транспортируются в живорыбных машинах с аэраторами. Подается воздух для того, чтобы рыбка не погибла. После того, как мальков выпустили в новую для них среду обитания, специалисты проверили несколько параметров, необходимых для выживания сегалеток стерляди. Мы измеряем температуру воды в реке Юг для того, чтобы скоординировать температуру, которая на заводе была, при которой везли рыбу и при которой выпускается. Для того, чтобы рыба себя хорошо чувствовал, чтобы размах температур, в жироводной машине и в реке был не больше 2 градусов, чтобы у нее не было температурного шока. На важном событии присутствовали и дети, и мальчишки, и девчонки с большим интересом участвовали в процессе и задавали много вопросов, на которые отвечали представители рыбохозяйства и научные сотрудники. Андрей Жилин, Максим Колосов, новости провинции.